Ежедневно к нам поступают звонки и к Николаю Ивановичу, и мне от жителей города с вопросом, что же делать с найденными кутятами. Городской приют, куда обращаются жители, 150 причин находит, чтобы не брать животных. То энтерит, то половодье. Тогда возникает вопрос, зачем тогда выделяются деньги из госбюджета 17 миллионов, и на что они идут? Хотя нам дают ответ, что эти деньги идут на питание, зарплату и обслуживание персонала и всего остального. Ветврачей оплата. Непонятно, какую цель преследуют фондовки и для чего же они туда пришли. Если они, наверное, не справляются с работой или, скорее всего, не хотят справляться. Ведь уход за животными требует круглосуточного внимания и физической, и моральной даже силы. Да, теперь уже картина вырисовывается. Что из себя представляет фонд «Спасти может каждый»?